администрации, руководством города Минска, мэра города Андрей Викторович Чорица за предоставленную возможность и поблагодарить за поддержку организации нашего фестиваля. Хочу поблагодарить диаспору, нашу руководство диаспоры, как-то Минской диаспоры. Хочу поблагодарить, естественно, компанию «Боржоми», которая является генеральным спонсором наших сегодняшних мероприятий. Уважаемые дамы и господа, наши отношения, грузино-белорусские отношения за последние годы развиваются очень активно. Естественно, вот между нашими городами, Минском и Тбилиси, в прошлом году города стали побратимами, исходя из нашей дружбы, как-то была инициатива, которая сегодня который называется фестиваль Кузнецова. Я уверен, что на историческом площади у ратуши как-то вот этот фестиваль, наш фестиваль, даст очень мощный импульс развития наших отношений. И хочу напомнить, что над государственным гербом Грузии написано на грузинском языке слава.